Скажи, что Катя уехала, тебе сразу грустно стало? Катя уехала, сразу стало грустно, одиноко. Угу. И беззащитно. Лёва так долго смотрел вслед Катиной машине. Стоял, а наше укрытие, вот та палатка, которая вообще как выглядит ненадежно. Конечно, какая тут надежность может быть? Ноль надежности. Конечно, в нее никто не проберется, только может порвать. Ее просто хорошо, что ее не видно, потому что она не яркая. А, да, она темная. Лунище здоровое. На, меня видно? Сними меня. Комаров тьма. Хоть мы все обрызганные, а комары все равно свободны. Они летают. Да. Ну все. Где откуда летят. Я сегодня бежал на улице. Мне куда-то в бровь урезался какой-то жук. Он, похоже, был слепой. Он не догадался его облететь. Он думался, надо его снести. Прикольно. IGR или нет? Нет, HDR. HDR, да. Вот такое ощущение, что где-то в космосе. Ну, что, блин, не верится, что есть космос. Что здесь космос? Хотелось бы очень сильно за границей Земли уйти. Куда-нибудь. В космос? Да. Вот космонавтом везем. На МКС летят. Видишь, как они рискуют жизнью? Ну да, может взорваться. При каждом взлете, при каждом возвращении у нас уже. И там может сгореть. В открытом космосе могут быть всякие несчастные случаи. Как, да, разгерметизация. Да. Это очень рискованная штука, но со временем это все станет абсолютно безопасно. И туда будут летать как... курорт, космос. Так, надо отключить, знаешь, что? Функцию. Так называемая астроночь. Сегодня какое число, Лё? 21. 21 июня 2021 года. Вот основной прибор для наблюдения за звездами. Рефлекторный, да, телескоп? Угу. Телескоп-рефлектор. Вот его. Ньютоновский. Вот его монтировка. Тренога. Тренога. А вот наша палатка. Самый дорогой в телескопе не тубус, а монтировка. И вот монтировки стоят 100 тысяч. Что вы говорите, молодой человек? Угу. Да есть монтировки, наверное, дороже. Да это для профессиональных таких. Угу. О, Луна. А это средний, почти новичковый. Угу. А тут у меня тень огромная. Что, подсветка включена? Ну, а, конечно. Ты без подсветки. Зачем мне здесь светить фонарем? А я фонарем свечу наяриваю. Вон, видно, что-то вам большое не видится. Вон палатка. Это Марс. А вот следы от уехавшей машины нашей, которая нас покинула. Нас покинула недавно. За рулем была Катюня. Моя жена и крестная льва. Покушал? Да. У нас что, был ужин? Ужин в походе? Поздний ужин, да.
У нас в лагере поздний ужин. Время-то 23-25. А во сколько у вас в лагере было? У нас поздний ужин где-то в 22 ровно. А в 22 уже спать же? А, значит где-то... В 21.30, наверное. Да, 21.30. А что там ели на позднем ужине? Нам там постоянно дают кисломолочное. Кефир. А, ну понятно, для пищеварения. Кефир, ряженка, снежок и добавок, ну... То, что можно съесть, а не выпить. Печеньки. Вот печеньки давали всегда. Слушай, ну, это что, у вас завтрак сначала, потом обед? На завтрак нам дают каши, на обед нам дают либо котлеты, либо рис. Угу. Наполник нам дают вообще очень несытную штуку. Там яблочный сок и груша. И все. Вот никак этим не насытишься. А на ужин? На ужин дают что-то плотное прям. Например? Ну, да, там дают картошку, Ну, пюре или какую? Тушеную картошку с чем? Ну, с без нук, с печенкой, не нукой. Ненавижу печенку. Не нукой только, ладно? Да. Это вырежу. С печенкой. Так. На позднюю картошку с печенкой дают. На позднюю ты сказал, ряженку. Кефир, да. С печеньями. Наполник бывают, дают еще кисель. Угу. Какао вообще ужасное, потому что в нем что-то плавают, какие-то черные штуки. Пенки? Не пенка. Это черные какие-то прям плавающие. Вот это не какао, а остатки. Как чай, от чая, да? Что-то подобное. Они, наверное, в одном баке варят вам и чай, да, и да, какао. Да. А баки плохо промывают. Вот такой лагерь под названием Лесная республика. Город Саратов. Ну что, давай, настраивайся, смотри куда-нибудь. Блин, пока что только на что можно посмотреть, это луна. Но где-то в час ночи или два появится Сатурн, вот где-то вон там. Угу. Она опять переливается. Аспирогично. Давай встану сзади, чтобы тебя не слепить. Ну вот, на что-то нацелился. Блин, вот это вот перекручивается. Давай закрутим, и чтобы в обратную сторону тебя крутить. О, понятно. Ну, это уже... О, вот, настроился. Подоился. Закрой. А сколько сейчас? Время? Я предполагаю 0:30. Нет, больше. 0:40? Без двух. Минут, час. Солнышко взошло ровно в 5 часов. Оттуда мы ждем Катю. Катюню. Помаши руками. Помаши руками. Все, давай запаковывать ее.
сейчас приехал. Да. Спасибо вас. Лёв, ой, подбирай подушки. Лёв. Давай сначала вот это покрывало, а потом все. Давай. Покрывало постели так, чтобы на него... Давай, Лёв. Потом устройство ваше положи. Давай, откручивай, Лёв, откручивай. Откручивай. Я и предполагала, что это надея. Нет, я теперь знаю, что нужно оттягивать одеяло. Во-вторых, надо брать нормальное одеяло, ну, в смысле, пошире, чтобы не двумя открываться, а одним. Потому что в одежде скорпивает все. Да я все. Я спать хочу. Я хочу, я вообще не спал. Комаров нет. Сейчас нет. И комаров тебе сейчас, наверное. Кстати, в этом... Лёва, открой эту дверь. Чё? В палатке ни одного комара не было. Хотя нет. Я их слышал. Слышал, да? Да. Может, это от травы не давали? Они снаружи жужжали. Может, это от травы не давало? От травы не давало. С той стороны, когда будешь садиться, и поправь там коврик на полу. Ну что с матрасами? Влага, смотри. Да выкинь все нахуй. Ну вы лежали здесь оставить. Не, прям так оставь здесь. Оставить здесь? А прям тут оставь, да. Пусть он как опознавательный вам звать. Мы обязательно сюда еще приедем. Камеру надо не забыть. Сейчас камеру будем. Больше ничего не забыли мы тут, Лёв? Ныряй, пистолет там. Пистолет я...